4-й товар нашей посылки. Сегодня мы получили от магазина Шиншилка вот такие пеленки. Как заявляет производитель в описании, не очень хорошие. Ну, это проверим на деле. Вот упаковка. Я ее уже раскрыла. Достала отсюда одну пеленку. Вот она имеет такой размер. И вот такую основу. Посмотрим, как она будет служить нам. Бодя! Бодя! Идем на пеленочку. Идем на пеленочку. Покажем тебе на пеленочке. Вот так. Ты у нас будешь видеозвезда. Бодя! Вот такая пеленка. Спасибо еще раз магазину Шиншилка. Очень приятно покупать. А еще приятнее получать деньги за видеообзор. Спасибо.